16 апреля в зале администрации района состоялась 32-я сессия Совета народных депутатов. В работе сессии приняли участие глава района Заур Хамирзов, начальники отделов и управления администрации района, главы сельских поселений. Всего на рассмотрение депутатов было вынесено 4 вопроса. Народные избранники первым заслушали доклад председателя контрольно-счетной палаты Светланы Вороковой о деятельности счетной палаты за 2020 год. Основные итоги работы контрольно-счетной палаты в отчетном году включают следующие показатели. Проведено всего 32 мероприятия, контрольные мероприятия 4, составлено актов 4, экспертно-аналитические мероприятия 28, объем охваченных средств 2 миллиона 815 тысяч 700 рублей. Кроме плановых контрольных мероприятий, сотрудники контрольно-счетной палаты муниципального образования Кашхабский район в июне-июле 2020 года приняли участие в совместном с контрольно-счетной палатой Республики Адыгея, контрольно-ревизионных мероприятий, проверка составления и исполнения бюджета муниципального образования Кашхабский район. Перечень в ходе контрольного мероприятия было поручено провести проверку целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальных программ, перечень которых вам представлен на слайде. Результаты проверок по всем порученным вопросам были представлены контрольно-счетной палате Республики Адыгея для включения в сводный отчет по данному контрольному мероприятию. Кроме этого, по запросам прокуратуры сотрудники контрольно-счетной палаты принимали участие в проводимой прокуратурой района следующих проверках. Это полнота и правильность начисления, распределение денежных средств имеющего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. И второе – это законность расходования средств дорожных фондов в сельских поселениях муниципального образования Кашхабский район. Контрольно-ревизионная деятельность. За 2020 год контрольно-счетной палатой с учетом внесенных изменений было проведено 4 плановых контрольных мероприятия, в ходе которых было проверено средств на общую сумму 20 855 700 рублей. Это были проверки, выборочная проверка законности расходования бюджетных средств библиотечного фонда межпоселенческой централизованной библиотечной системы муниципального образования Кашхабский район за 2019 год, выборочная проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию Бличепсинское сельское поселение за 2019 год, выборочная проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию Игнатьевское сельское поселение за 2019 год, проверка законности и результативности использования средств Дорожного фонда муниципального образования Волжского сельского поселения за 2019 год. Заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов представил информацию о ходе реализации национальных проектов в муниципальном образовании. В 2021 году в рамках реализации мероприятий под программой создания и развития инфраструктуры в сельских территориях государственная программа Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий» планируется провести реконструкцию подъездной автодороги к школе в поселке Майский Кашихабльского района. 12 апреля администрация Майского сельского поселения был заключен контракт на реконструкцию объекта с компанией ООО «Газобъект» на сумму 10 482 907 рублей. Ремонтные работы планируется начать уже на следующей неделе. Здесь хочется отметить, что данные работы планируется провести аналогичным способом, как проводилось в 2020 году. Вы знаете, мы 4 объекта больших реконструировали, что значит, ну, как можно выразиться, под ключ. То есть у нас новое асфальтобетонное покрытие в связи с тем, что это работы проводились по реконструкции. Это изменение ширины полотна, это тротуары, это уличное освещение, это ливневые канализации. Мы эту практику также продолжаем поддерживать, чтобы были максимально комфортные и доступные условия для граждан в этом отношении. Планируется завершить эти работы уже к августу месяцу, к началу школьного периода. Национальные проекты в сфере образования. Капитальный ремонт спортзала. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта образования, в этом году планируется отремонтировать 2 спортзала в школе номер 7 поселка Майский и в школе номер 4 аула Хачимзи. 2 спортзала на срочную сумму около 2 миллионов ремонт. Подрядчик уже определен, компания ООО «Сенстрой». Работы начнутся выполняться с 1 мая до 1 августа. Аналогичным способом до начала
учебного года. В ходе реализации данного проекта обучающиеся могут занимать отремонтированные спортзалом по образовательным программам общего среднего образования, а также по программам дополнительного образования для детей. Охват обучающих составит более 650 детей. Также в национальных проектах образования есть региональный проект «Современная школа» на создание открытия центров образовательной и естественно-научно-технологической направленности, так называемой точки роста. Муниципальных бюджетных образованиях в школе номер 1 Пашихабля, школа номер 5 Личепсин, СОЖ номер 8 Натырпова и 11 школа Улипоц. Предусматривает собой капитальный ремонт 8 кабинетов и 8 лабораторий. Это химия и физика. В рамках дизайн-проекта центров образования естественно-научно-технологической направленности точки роста эти работы будут у нас завершены до 1 августа. Победителями уже контракты уже у нас по всем объектам заключены. Подписаны они будут уже, наверное, сегодня. Вот. В ходе реализации данного проекта обучающие могут заниматься отремонтированных кабинетах физики и химии, также новое оборудование лабораторное. Охват обучающихся составит более 2500 детей. Еще один очень важный для нас этап – это переселение аварийного многоквартирного фонда. В этом году правительством республики поставлена задача переселить наши дома, которые признаны у нас многоквартирные в Кашихабльском районе в 2021 году. Таких домов у нас 10. По региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. В 2020 году, в прошлом году, способом выкупа аварийного жилья было переселено 16 помещений. Это 24 собственника. Общей площадью 624 квадратных метра. В этом году планируется переселить способом строительства 155 собственников, это 78 квартир. Общая площадь идет 3291 квадратный метр. Сумма субсидирования на эти цели составляет 126 миллионов 669 тысяч 443 рубля. На настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. В конце апреля у нас все 4 объекта, а это конкретно Кашихабль, поселок Дружба, поселок Маски и Куторново-Алексеевский, которые будут производиться строительство данных домов, будут уже выставляться на открытые торги. Срок завершения строительства планируется выполнить до 1 ноября. Также переселить уже до конца года всех остальных граждан. Это очень важный момент. Сейчас много у нас ресурсов и сил направлено на реализацию объекта, такой масштабный. Он касается множества людей, несет за собой большую значимую социальную ответственность. Ну, сейчас работа в этом отношении полностью проводится. Следующий национальный проект – это культура. Капитальный ремонт здания сельского дома культуры на селе Угольное по улице Кооперативной, 6. Мы ежегодно участвуем в этой программе. У нас в свое время мы уже выполнили практически все проектно-сметные документации по всем объектам культуры и передали их в Министерство культуры. Поэтому у нас ежегодно в эту программу включают. В этом году у нас выпало село Угольное. Предусматривается собой полный капитальный ремонт стен, полов, кровли, окон, отопления, всех коммуникаций внешних и внутренних. В настоящее время сейчас будет еще проводиться дополнительное приобретение оборудования для оснащения этого ДК. Если вы помните, в прошлом году мы выполнили работы в казенной кружорке. Эффект этот виден, люди его видят, это ожидаемо. Здесь аналогичные результаты мы также будем наблюдать. Здесь единственное, что еще плюсом, то что мы его более качественно и более больше оснастим за счет экономии. Следующим объектом — формирование комфортной городской среды. Также очень важный
проект, который также несет за собой большие ожидания как от граждан и несет такую же социальное действие от него. Это прежде всего это ремонт многоквартирных дворовой территории многоквартирных домов. Всего по программе в 2021 году нам выделено 5 611 672 рубля. В этом году планируется провести капитальный ремонт в поселке Дружба по улице Заводская 37, 39 и 41. Это у нас первый этап. Но здесь хочу отметить такой момент, что в этом году мы все-таки выполним в два этапа. Закончим этот объект и уже будем двигаться дальше. У нас уже есть такие, в принципе, договоренности. Вот. И поселок Майский, это улица Филатова, дом 3. Также у нас там есть остаток средств в районе 548 тысяч. Это на общественную территорию Оля Кашихабль. Данный контракт уже заключен поселением Кашихабльского сельского поселения на ремонт в парке территории вокруг памятника Кирашева. Вот. Эту работу также планируется выполнить, значит, по дворам необходимо ее выполнить до 1 июля, по общественной территории также до 1 июля. Но я думаю, что при установлении более благоприятных погодных условий мы ее выполним досрочно. В ходе сессии депутаты обсудили и приняли решение по ряду вопросов. Единогласно проголосовали за внесение изменений в устав муниципального образования Кашихабльский район, в решении Совета о районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.